Слава Богу, мы в Доме Божьем, и у нас есть весьма благоприятная возможность исследовать себя внимательно. Нет большего, лучшего места, где Господь Духом Святым трудится над каждым из нас в отдельности тому, что мы приступили к Нему. Мы не ради человека, не к человекам пришли, мы приступили к камню живому, чтобы устроять из себя дом духовный. И это самое благоприятное место, где Господь Духом Святым проникает в сердца наши, чтобы произвести на свое хотение и действие для блага нашего. Не для того, чтобы нам показаться какими-то значимыми, но чтобы в смирении научиться почитать друг друга высшим себя. И через это Божья слава, она приходит в жизнь народа уповающего и благоговеющего пред Ним. Я хочу коснуться некоторых мест Священного Писания. Они довольно такие непростые, но в то же время они имеют весьма важное значение для того, чтобы мы, будучи сынами дня, возросли в меру полного возраста Христова. Не просто оказаться прихожанами, не просто пришельцами, но быть причастниками божеского естества. Это самая важная цель, которую каждый верующий должен достигать в своей жизни, чтобы явиться пред Ним непостыженными и освященными в Духе Своем. Итак, апостол Павел к евреям, 12 глава, 22 стих. «Ибо мы приступили к горе Сиону, ко граду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авеля. Авелева, смотрите, не отвратитесь и вы». Именно с такими словами увещевания в свое время апостол Павел обращался к еврейскому народу, к своим собратьям, к своим именно соотечественникам, среди которых он провел свое детство, юность, и в то же время впоследствии он оказался апостолом язычников, но в то же время он очень сильно переживал за свой народ, за его служение, за их непричастность ко Христу, и он напоминает уверовавшим Иисуса Христа братьям, евреям, именно такое увещевание, оно относится в полной мере и к нам сегодня, достигшим последнего времени, тому, что мы стали причастниками Христу. Именно и как это выражено сегодня в нашей жизни, и как оно происходит сегодня среди народа Божьего, я хочу обратить внимание на 23 стих, последний как бы там абзац. «К духам праведникам, достигших совершенства». Мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Кто такие духи праведников? И в чем их несовершенство? И почему мы приступили, мы как бы стали рядом с ними, и мы ожидаем, что когда откроем глаза в вечности, мы будем рядом с теми праведниками, которые, живя во плоти, они достигли совершенства. И это совершенство, оно дало им право быть в самых близких отношениях со Христом. И это совершенство, друзья дорогие, оно достигается на земле, оно не достигается где-то в другом месте. Именно Христос поместил в свою церковь такие серьезные, сложные обстоятельства жизни. И чтобы из этого народа, живущего на этой земле, собрать тех людей, которые достигнут совершенства и войдут в славу Его. Именно Слово Божие здесь показывает, что Дух, мы приступили, мы стали рядом с ними. И сегодня задается вопрос, нужно ли нам достигать совершенства, нужно ли оно для церкви совершенство, или просто можно идти обыденной жизнью. Я же хожу в церковь, я же что-то делаю, зачем мне к чему-то большему прилагать старания? Оказывается, друзья дорогие, это самая важная ступень, которую достигнут не все, которые даже сегодня находятся в церкви. Этой ступени достигнут те, которые всецело посвятили себя на жизнь во Христе Иисусе. И это совершенство, оно определяется не нашим положением в церкви, не нашим каким-то особым
талантом это совершенство определяется через Слово Божие, которое открывает нам доступ к Божьей благодати, чтобы нам уразуметь и познать благость и милость и строгость Божию, потому что Бог не только благ, Он и строг. И тому здесь апостол Павел, он немножко в 11 главе, он как бы раскрывает тех людей, которые достигли совершенства. И в чем это совершенство заключается сегодня для церкви последнего времени? И почему нам важно достигать этого совершенства? Потому что к этому совершенно люди, которые достигли этих отношений с Богом, они войдут в церковь Христа. И туда идет самый тщательный отбор. Не просто пришел, покаялся, и я уже стал членом церкви. Да, членом церкви проще стать, но войти в церковь Иисуса Христа, там уже идет тщательный отбор. Мы читаем, когда в свое время Мордехай свою не дочку, но внучку, или как я там, представлял пред лице цара, и какой там отбор шел. Друзья дорогие, не просто так привели, и вот твоя жена, и все. Там и шел тщательный отбор, тщательная подготовка, и после этой подготовки только тогда они могли предстать пред цара, и тогда решалась ихняя судьба. Но до этого они просто приготовляли себя, и нам сегодня дано время приготовления, чтобы впоследствии, когда царь позовет и будет делать отбор, мы были уже приготовлены, мы прошли этот процесс приготовления и очищения. И как этот процесс происходит в жизни верующих людей, это очень важно для нас понять, вместить и уразуметь, что Бог не просто говорит слово, Он увещевает народ свой, чтобы они согласились следовать за Христом к жизни вечной, потому что это самая совершенная ступень, которую можно только достигнуть, живя во плоти через Иисуса Христа, Господа славы. И апостол Павел, он 11 глава, «И все сии свидетельственные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Здесь показано, выше показаны мужи веры, которые прошли серьезными ситуациями жизни и не поколебались в обетованиях Божьих неверием, но сохранили верность и упование на Божью благодать и Божье милосердие, хотя их путь к совершенству весьма сложный и тяжелый, друзья такие. Путь к совершенной жизни через Иисуса Христа, он сложный. И не такой простой. И в чем заключается совершенство верующих людей, которые последуют за Христом? Слово Божье, в свое время, когда Христос, будучи во плоти, Он сказал такую важную мысль. Говорит, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Говорит, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Именно здесь стоит вопрос не за жену, не за брата, не самых близких родственников, а за друзей, за близких, рядом с тобою идущих. И здесь Слово Божие, оно показывает, что самая совершенная именно ступень – это когда человек готов умирать ради ближнего своего. Не просто по каким-то принципам, а из-за любви. И это Слово Божие, оно сегодня открывает каждому из нас в отдельности, что путь к совершенству, он идет через скорби. И весьма серьезные скорби. И тому Бог допускает в нашу жизнь скорби не для того, чтобы нас наказывать, не для того, чтобы нас унижать, но Бог допускает скорби, чтобы сформировать в нас нового человека, созданного по Богу, праведностью, святостью и истине. И этот процесс, он непростой и нелегкий процесс. Это довольно сложный процесс жизни, и сегодня не все христиане соглашаются следовать за Христом терпении. И Яков пишет, что терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И тому для нас, верующих, сегодня важно понять, каким путем Бог формирует нас, нового человека, приводит наш дух, правильное отношение с Ним через терпение. А терпение вырабатывается в таких сложных обстоятельствах жизни. Мы читаем о Иове, что Писание говорит о Иове, что вы видели
терпение Иова и видели конец оного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Мы живем, друзья дорогие, в то время, где в воздухе царствуют духи злобы поднебесной, которые влияют на наше сердце, на наше сознание, на наше мышление. И если мы сегодня, будучи сынами дня, не будем бодрствовать и молиться, в нашем сердце мы не сможем разобраться в самих себя, почему та или другая ситуация прошла в мою жизнь. Мы будем списывать эти ситуации на кого-то. Муж виноват, жена, дети, соседи, начальство, власти, силы и тому подобное. Мы можем списывать, а то они устроили мне такую жизнь, это они сделали это со мной. Друзья дорогие, Слово Божие говорит, без Него ничего не бывает. Все от Него, им и к Нему. Все от Него. Не просто моя жизнь пройдет мимо Бога. Нет. Даже волос головы человека не падает, настолько Бог внимательно рассматривает нашу судьбу и наш путь, который мы проходим на этой земле. И Он взвешивает, хотим мы возрасти к совершенному возрасту Христову. И что сегодня характерно для церкви последнего времени, как Бог эту работу производит среди собрания народа Божьего. И апостол Павел к Ефесянам, он говорит: Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырами и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Оказывается, друзья, такие в церкви есть служители, пастыра, которые должны научить или увести церковь в правильные, глубокие отношения со Христом. И это, и жизнь этих служителей, она нелегкая, она не проходит так просто бесследно. Если Бог поставил, Бог и спросит. Привел, открывал я истину, как ее должно открывать. Проповедовал я слово, как должно проповедовать. Или я мог все пригладить, все хорошо, мы спасены, мы уже на небесах сидим. Мы на земле ходим, в теле нашем ходим. И в нашей жизни много обстоятельств, через которые мы проверяемся. Приходим ли мы к совершенству, к совершенному терпению, или мы сегодня избегаем, мы лукавим, мы кривим путями своими, как бы сгладить, как бы, лишь бы только... наружу не вышло. Друзья дорогие, пред людьми мы сгладим, но в нашем духе останутся те шрамы, те следы, которые будут постоянно говорить нам о нашем несовершенстве. И это не будет скинуто со счетов жизни. И тому Слово Божие, оно показывает тех мужей, которые прошли и достигли совершенства, они прошли сложными путями жизни. И апостол Павел писал о себе, он говорит, ничто не может отлучить нас от любви Христовой, ни скорбь, ни тесота, ни гонение, ни холод, ни... и перечисляет эту лестницу сложных ситуаций жизни, через которые ему приходилось проходить, живя во плоти. И в последний этап его жизни он доказал свое совершенство во Христе, что вот для меня жизнь Христос. И смерть приобретения – это человек, который всецело полюбил Бога всем сердцем своим и всем разумением. Он не оглядывался на прошлую жизнь, он не оглядывался, как ему этого достигнуть. Он сокрылся в Боге, пребывая в молитвах и молениях, постах и бдениях, для того, чтобы благодать Божья, она в нем произвела то полноценное, совершенное действие, для того, чтобы впоследствии, он, будучи апостолом, он приводил народ к совершенству святых в деле служения. И тому, друзья дорогие, на нас лежит большая ответственность. Мы многие годы ходим в Дом Божий, мы многие годы испытываемся различными искушениями жизни. Кто-то искушается неверующим мужем, кто-то неверующей женой, неверующими детьми. Мы все искушаемся, и каждый из нас по-разному ведет себя. А Слово Божие говорит, а терпение, оно должно иметь совершенное действие. И человек, который не обращает внимания на эти ситуации, а все как бы уходит в ту сторону и не формируется в нем новый человек, созданный по Богу, друзья дорогие, придет время, а Бог-то поставит нас на весы свои.
не на человеческие весы. Если бы по-человечески, мы сегодня, каждого из нас причислили бы к лику святых, мы бы тут могли бы крылья друг другу попришивать, сказать, мы уже готовы на небесах. Но когда Божья работа происходит в нашей жизни, мы начинаем понимать, Господи, я еще не достиг этого. Во мне еще есть то, что мешает соединяться Духу моему с Твоим Духом. И тому, друзья дорогие, любовь есть совокупность совершенства. И если любовь Божья не будет изливаться в сердце Духом Святым, мы не достигнем совершенства, мы не дадим права Богу управлять нашей жизнью, потому что мы приходим к такому периоду жизни, через который проходила Первоапостольская Церковь. Мы приходим к этому периоду жизни, и не так давно Дух Святой в одном из мест сказал, и вот говорит, приходит время для народа Божьего, и люди этого мира приступят и скажут, все, что вы имеете, это наше. Все, что вы имеете, чем владеете, это наше. А ваше там на небесах. И если наше на небесах, то мы с легкостью будем с этим расставаться. А если наше на земле, то мы не оставим. Мы будем держаться за то, что наше. А если наше на небесах, то мы с легкостью будем туда идти. Тому, и когда мы читаем, апостол Павел пишет о еврейском народе, что они сделали? Вы расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что у вас есть имущество лучшее и непроходящее. Друзья, такая цена. Взвесил народ. Одни взвесили небесное и ради этого готовы полагать душу, а другие взвесили земное и остались на земле. И тому мы сегодня, друзья, дорогие, на пути к совершенству. Придут обстоятельства жизни. И если в моем духе не будет этого твердого основания, что Иисус Христос в нас, упование славы, мы поколеблемся. А Павел пишет, мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим твердо в вере ко спасению души. Пусть Бог поможет каждому из нас разуметь, что путь к совершенству – это необходимая обязанность всякого уверовавшего в Иисуса Христа. Не просто довольствоваться тем, что я уже верующий, покаялся, уже достаточно. Недостаточно. Апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. И кто из вас совершен? Так должен мыслить. А если вы что-то иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Если вы будете идти по пути к совершенству, вы придете к такому же мышлению, к какому прошел апостол Павел, потому что он достиг этого, он прошел через это, он утвердился в этом, что Иисус Христос – это жизнь. И эта жизнь, она самая совершенная. На земле жизнь, она временная и проходящая. А Бог дает нам жизнь через Иисуса Христа, которая пребывает вовек. И к этой жизни мы призваны, и тому в эту вечную жизнь на этой земле идет тщательный отбор. Друзья, тщательный отбор идет, туда отбираются те, которые всецело полюбили Бога всем сердцем и всем разумением, другие туда не войдут. Другие туда не смогут даже и близко подойти, а войдут те, которые предоставили себя в жертву живую, святую, для разумного служения. И тому, друзья дорогие, пусть Бог поможет нам оценить то, что нам даровано через Иисуса Христа. Нам дана благодать быть причастниками божеского естества. Это не заслуга наша, это не наше достоинство, положение, это милость того, который написано, возлюбил нас любовью вечную. Эта любовь вечная, она Духом Святым сегодня желает проникнуть в твою и мою жизнь и сделать нас достойными звания, в которое мы призваны через Иисуса Христа, потому что самая совершенная жизнь – это жизнь, когда Христос в вас, упование славы. В жизни этого человека нету страха. А вот совершенная любовь изгоняет всякий страх. В страхе есть мучение. Боящийся несовершен любви. И тому мы сегодня будем проверять свое сердце. Если мою жизнь преследует страхи, теснота, томление, будем освобождаться, будем очищать свое сердце, свою совесть, чтобы это не угнетало нас, потому что человек подвержен и у рабства через страх или какие-то другие влияния
которые происходят на дух человеческий. И тому Слово Божие, вот любовь Божия, которая изливается в сердце Духом Святым, она изгоняет всякий страх. В страхе есть мучение, боящийся несовершен любви. И тому Бог призвал нас к совершенной любви, чтобы мы совершенно уповали на подаваемую благодать. Самое лучшее время, которое Бог дал для церкви, это сегодняшнее время. Сегодня, ныне, завтрашний день не в нашей власти. И тому для меня сегодня важно проверить самого себя, какова моя любовь к Богу, насколько я люблю Бога, или я сегодня люблю свой дом, свои сбережения, свои машины, свои то, другое, третье. И если кто-то коснется, кто-то какой-то урон принесет мне, я готов стать в защиту. Друзья дорогие, как мы часто ошибаемся и впадаем в различные искушения держать этого временного и проходящего, не думая, что за нашим сердцем, за нашим духом наблюдает Господь, и Он желает привести нас к совершенной любви к Нему, чтобы мы не держались этого временного и проходящего, но взирали на того, который есть начальник и совершитель веры, и через него мы только сможем войти в его славу. Это самое совершенное место, которое Бог приготовил для церкви, живущей на земле. А Павел пишет, мы приступили к духам праведников, к церкви первенцев. Мы приступили, Бог нас вводит в самую совершенную жизнь, которая будет со Христом в небесах. И ради этого Павел говорит, временные страдания, они ничто. Они ничто по сравнению с той славою. Это самая совершенная слава. Мы на земле не можем не увидеть и не представить ту славу, которую Бог приготовил для церкви своей, для церкви первенцев, которые возлюбили Его всем сердцем и всем разумением и отдавали свою жизнь ради того, чтобы остаться верным Христу. Пусть Бог поможет нам уразуметь это, вместить, что Бог призвал не просто нас быть прихожанами, но Бог призвал нас быть первенцами на небесах, своими Богу. Это великая привилегия, друзья. Да и ради этого Павел готов отказался от всего. Все почел за сор, чтобы приобрести Христа. Пусть сегодня Бог поможет нам, каждому в отдельности, уразуметь это, принять для себя и начать прилагать все старание, чтобы возрасти во спасение, чтобы прийти к совершенству святых через Иисуса Христа. А это совершенство, оно начинается тогда, когда мы начинаем вникать в закон, совершенный закон свободы. Яков пишет, или Петр пишет, говорит, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение, чтобы от него прийти к совершенству, потому что, вникая в Слово Божие, мы познаем волю Божию, и исполняя волю Божию, мы ожидаем обещанного от Отца, а Он неизменный в Слове Бог. Он не поменяется, Он не меняет своего слова. Если Он сказал «да», значит «да». Если Он сказал, что с терпением проходи предлежащее поприще, значит, проходи с терпением, прилагай старания, не получилось сегодня, молись, бодрствуй, вникай в Слово Божие, и Бог даст силу преодолевать, и будешь победителем, а Слово Божие, а побеждающий наследует все, и буду ему Богом. Пусть Бог поможет нам вместить Слово и дать возможность Духу Святому просвещать нас познанием славы Иисуса Христа. И когда наши духовные глаза открываются, мы начинаем сокрушаться и смиряться пред Богом и просить, Господи, будь милостив ко мне, грешнику, а Бог милует всякого, призывающего имя Его в истине. И тому мы стоим перед молитвой. Пусть Бог поможет нам вместить, рассмотреть себя во свете Слова Божия и возрастать в познании Иисуса Христа в меру полного возраста Христова, мужа совершенного. И эта ответственность прежде всего лежит на служителях церкви, на тех, которые проповедуют Слово Божие. А Слово Божие говорит, ученик не бывает выше учителя. Если сегодня служителя не способны открывать глаза на духовные истины, то что говорить о народе? Пусть Бог поможет нам быть способными вмещать Слово, растворять его верою, утверждать наше звание избрания, чтобы не поколебаться в обетованиях Божьих неверием. Преклоняем колени, молимся, открывая наши сердца пред Богом. Я благодарю Тебя, Дух Святой.
Я благодарю Тебя, Дух Святой, я благодарю Тебя, Отец. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты держишь все. И Ты, Господь, всех человеков и над всеми живущими, Господи. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, сущий и пребывающий во веки веков. Благодарю Тебя, Дух Святой, что Твоя слава, Твое милосердие, Твое благоволение, оно превыше нашего разумения, Господи, тому, что Ты избрал нас в нем, дабы мы были святы и непорочны пред Тобою в любви. Господи, благослови, помоги нам, Господи, видеть пути, идти по них, идти, следуя за Тобою, Господи, держась вечной жизни, держась из упования, исповедания неуклонно, ибо Ты, Господь, сущий над всеми и во всех, и для всех нас, Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Отец, я благодарю Тебя, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой, что Твоя слава, она самая совершенная, и к Твоей славе Ты призвал нас, Ты явил нам богатство благости и милосердия через Иисуса Господа славы, чтобы мы в Нем, Господи, пребывали, от Него укреплялся дух наш, от Него возрастала вера наша, и отношения наши с Тобою утверждались изо дня на день. Господи, помоги нам умещать слово благое, чтобы оно было оживляющим, созидающим, укрепляющим наш дух в надежде на уготованное на небесах во имя Твое. Боже, благодарю Тебя, Боже, благодарю Тебя, ибо знаю, что Твое Слово неизменно, и Твои источники самые благие, совершенные для нас, для блага живущих во имя Твое. Отец, я благодарю Тебя, Отец, я благодарю Тебя. Аллилуйя, Готэ Мэри Бола Фиталайзуне, Урмане Бири Готэ Майзуне, Урмане Бири Гровете Файзуне, Урмане Бири Гровете Фуламанче Гибери Готэ Файзуне, Урмане Бири Гровете Сила Бога, Аллилуйя, сила Бога, аллилуйя, Дух Святой, посети Духом Твоим, излияем благодати и силы Твоей, обновляя сердца и помышления, чтобы мы имели участие в славе и в святости с Тобою. Господи, чтобы уста и сердце было исполнено благодарения и упования во имя Твое. Боже, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Дух Святой, Ты пришел, чтобы утешать, Ты пришел, чтобы давать надежду и упование в жизнь нашу, чтобы мы понимали, Господи, кому служим, как служим и с каким усердием приступаем к Тебе, камню живому во имя Иисуса, Дух Святой. Освети народ Твой, освети церковь Твою, чтобы она была грозна и сильна, Господь, на разрушение твердыни замыслов, чтобы Слово Твое пребывало и благодать Твоя оживляла, и сила крови Сына Твоего очищала и обновляла. Огле мери бала вичимбаре, огле мери бала мери глодаре чимбаре, огле мери бала мери гровете чимбаре, огле мери бала фала мери глобаре чимбаре. Аллилуйя, Дух Святой, аллилуйя, Дух Святой, Ты святой, Ты неизменный, Ты совершенный Бог, и Твою совершенную жизнь Ты призвал нас сегодня, чтобы мы вошли в славу детей Твоих, мы вошли в славу служения Духа по воле Твоей и были искренними чадами Твоими, понимающими, Господи, заботу и милость Твою, которую Ты явил нам в Сыне Твоем, который есть, является наследником всего, и мы через Него будем причастниками всей славы неба. Аллилуйя! Аллилуйя! Гуте маля бери, гуте майзуне! Аллилуйя! Духа мила, так олойде кебери гачимбаре, угле менши бари бале фитайзуне, обогати надеждою каждое дитя Твое, обогати славою Твоею, обогати, дабы народ радовался духом пред Тобою, и торжество хвалы, оно выражалось от сердца уповающего и служащего по воле Твоей. Господи, мы хотим облекаться в славу Твою, уже здесь сели живя, духом нашим отрагаться к славе неба и иметь
усердную любовь во имя Твое. Боже, благодарю, Боже, благодарю, благодарю во имя Иисуса, благодарю. Аллилуйя, благодарю, аллилуйя, Духом благодарю, ибо достоин, достоин огня захланный, достоин тайны Бога, кемери балайзуне, о лейду кумалайзун, тебе дамейзуне, о ты калайду кумале галайзун, о Дух Святой, ты с нами, имеешь дело, ты ведешь нас к свободе, ты ведешь нас к славе Твоей, ты ведешь нас к тому, чтобы мы имели участие в славе Твоей во имя Иисуса. Отец, излей благодать, умиление в сердца, чтобы мы осознавали, насколько Ты любишь и ценишь человеками, уповающими и служащими по воле Твоей. Аллилуйя, Дух Святой, о Дух Святой, очищай народ Твой, говори к сердцу народа Твоего, чтобы слышали, чтобы понимали, насколько Ты любишь и ценишь уповающими во имя Твое, насколько Ты ценишь уповающими духом по воле Твоей. Аллилуйя, 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 Дух Святой, аллилуйя, Дух Святой, во имя Иисуса, Дух Святой, во имя Иисуса, Отец славы, Отец милосердия, приди с Твоей славою собрание народа, чтобы открылись источники мытья, и праведность наша, она возросла во спасение, и слава Твоя утвердилась, и завет мира умножился, и народ укрепился духом, ободрился славою Твоею, и прославил Тебя как Бога, и возблагодарил Тебя как Бога, ибо достоин Агнец закланный, достоин хвалы, достоин благодарения. Аллилуйя, Духом благодарю. Отец, во имя Иисуса благодарю, благодарю, во имя Иисуса благодарю, ибо достоин, достоин закланный, достоин хвалы, достоин, ибо Ты признал нас, Господи, призвал нас, научаешь и вразумляешь, чтобы мы слышали и понимали благодать, которая явлена через Иисуса Господа славы, чтобы нам от нее возрасти во спасение, научиться утверждаться духом во внутреннем человеке, Христу вселяться верою в сердца наши, чтобы мы укорененные, утвержденные постигли со всеми святыми, что широта, долгота и глубина, и уразумели превосходящее разумение любовь Твою, и исполнились полноты Духа Твоего, и слава Твоя, она шла впереди народа Твоего, и дети Твои, они радовались, что не странники, и пришельцы на земле, и ожидают встречи с Тобою, желая обрести силу и благочестие от Духа Твоего в нас пребывающего. Дух Святой, излей благодать умиления, излей слово веры в сердца наши, чтобы мы слышали и принимали, и достигали, и уповали, и стояли твердо в вере, умиляя сердце свое пред Тобою, и Дух наш восторгался к славе неба. Благодарю Тебя, Отец, благодарю, ибо кемери булеги тамане, удикала мери букалайзуне, уразуметь, дай превосходящее разумение, любовь Твою, чтобы она не была, Господи, пренебрегаема нами, но во всяком деле жизни нашей мы видели, что Ты трудишься в нас и над нами, и не желаешь, чтобы кто погиб, но чтобы пришли к освященной жизни через слово и молитву упования во имя Твое. Боже, благодарю Тебя, Отец, освети дальнейший ход служения, учи, вразумляй, наставляй, чтобы мы понимали, каков Ты Бог и какова слава Сына Твоего, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, взяли за предлежащую надежду и стояли твердо в вере, не рассуждая о глемери кейзуне, о временном, а помышляли о небесном, и это было жизнью, достоянием
нашим во имя Твое, и слава народа Твоего она умножила, и сила крови Сына Твоего очищала совесть всякого призывающего имя Твое. Да будет Твое освящение на всем этом собрании, а мы благодарим Тебя, Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.